Бодибилдер Максим Титаев достиг цели. Спортсмен завоевал титул абсолютного чемпиона Казахстана в своей весовой категории. Лучших бодибилдеров страны выбрали в октав. Отстоять звание было сложно, конкуренция высокая. Шымкент свое забрал. На чемпионате Казахстана наш город представили 4 спортсмена. В Чимкенте занимаются бодибилдингом, но не профессионально. Многие ребята, может быть, и не знают. Вот и хотелось, чтобы популяризация этого вида спорта была больше. Хотелось, чтобы больше соревнований проводилось, соответственно, показывали про эти соревнования. А знания есть, тренера есть, вот теперь нужно. Показали классы шимкентские девушки. Лучший результат в номинации «Бикини-фитнес» показали Галия Моисеева и Лиманская Татьяна. После выступления на чемпионате мотивации стало больше, говорят девушки. Может быть, проведение конкурса и соревнования именно в Шымкенте. Я уверена, что это привлечет огромное количество вообще желающих. Потому что многие люди в себе настолько, может быть, где-то не уверены, что они даже не могут себя представить там, да, вот на сцене. Это же тоже влияет на желание вообще тренироваться, как-то развиваться. На этом ребята останавливаться не собираются. В планах принять участие в мировых соревнованиях. Шудин Саидов, Амантай Ульбеков, Саид Ахмедов. Информационная служба телекомпании ОТРАР.